Всем привет, народ, сегодня у нас 4 июня 2022 года. Вчера дождик был, а сегодня вон тепло. В Сибири наконец дождики начались, дожди. Пчелки летают. Смотри, пчелки летают, и тот улик работает. Скоро там матки выйдут. Выведем сам выведу семью свою. Воспитаем, посмотрим. Через месяц как раз медосборы начнутся и посмотрим, что у нас получится. Но эта семья сильная. Она опять восстановилась. 5 рамок забирал. Опять весь улик полный пчел. Суши ставлю, меняю. Убираю суши, ставлю вощину, чтобы они работали, не роились. Очень интенсивный прям лед у них. Ладно. Ну, мы пока вот занимаемся, посадили декоративную сирень прямо возле окон. Как вырастет, как раз будет цвести. Сирени сейчас цветут у нас. Ладно, здесь не видно. А ну, вон начинает цвести вон там. Ну и занимаемся пол делаем сейчас, сыночком, пол. Сейчас установим обрешетку еще сюда. Это стол, чтобы лазить, доставать до дальних углов. Ванная будет наша. Здесь я уже залил в том году пол котельный. Ну, здесь он с пенопласт внизу, целый пирог. Здесь немного по-другому. Песок внизу, потом пленка толстая, черная. Края бетона пеноплексом заделаны. С уличной стороны. Фанера плохая, старая, 20-ка. Сейчас зальем бетон. Вон до синей полосы. Вот отсюда будет стяжка черновая. Потом сверху стяжки еще одна ляжет сетка. На нее 60 метров вот такого вот в трубе греющий кабель. И у нас будет теплый пол в ванной. Ну и в прихожке то же самое будем делать. Теплый пол. Ну все. Пока занимаемся этими делами. Ну, поработали, поели. Кто работает, тот ест. Сейчас пойдем покажу, как мы работали. Как вкусно пахнет. Ну вот, мы и залили сегодня пол черновой. Завтра он застынет, нет. Еще все мокрое, жидкое. Сегодня сыночком залили. Теперь будем делать чистовой. Укладывать сетку, на него греющий кабель. Здесь у нас в ванной будет теплый пол. И вот здесь котельная. Здесь пол я еще в том году залил осенью. Ну а здесь мы уложим кабель. И будет теплый пол. Ладно, все, потолки сделаны на втором этаже. Сейчас потолки и полы первого этажа мы доделаем. И уже начнется штукатурка. Штукатурка стен. Установка сантехники. Ну и дай бог осенью уже заедем в новый наш дом. Ну ладно, завтра или послезавтра увидимся. Как будем укладывать теплый пол, все покажу. Сами будем делать, пробить-то не мог никто. Вот сейчас сами. Это головка от перфоратора пробивает в ходе бетон. Он здесь обрабатывает. Вот эта головка от перфоратора, чтобы пробить этот. Как он? Сейчас я вам в маленькой версии покажу. Ну вот такой же препаратор, когда стены долбим, бетоновые дома.
это только мощный очень. Вот такой же будет. Так, вот наконечник, который пробьет, я думаю, любой плетняк, и доберемся мы до воды. Никто не хочет делать, ну сделаем сами. Специалисты не хотят браться за это дело. Так что сейчас будем бить сами. Ну вот наш теплый пол. Это бетон уже застыл на следующий день. Вот такая обрешетка. Такая же, как и в бетоне. Вот на нее крепим. 16-ваттный. Вот. 16-ваттный кабель. Это греющий кабель, который обогревает. Вот он у нас в канализации стоит, чтобы трубы не замерзали зимой. И вот сюда мы его сейчас в ванну. Будет теплый пол на ванне. Вот таким макаром. 60 метров. 60 метров сейчас этого кабеля у нас сюда уходит. Так что вот так строим наш семейный дом. Забиваем скважину. Никто ее пробить не может, кроме нас. Мы пробьем. Вот 1.5 метра уже опустилось. Еще 9 метров. Вот так, ну пол уже все вот собран. Теплый пол. Это греющий кабель. Обрешетка, которую продают под стяжку. Уже арматуры. Два мата или как их. Отражатель. И сам теплый пол, вот этот греющий кабель. В таком же исполнении, если покупать заводской, ну там кабель, конечно, в раза 4 меньше. Он чуть толще вот этой проволочки. Ну, он там на мате. Если вот этот кабель нам обошелся, еще он остался. Я не знаю, что там, сколько еще много осталось у нас. Но если такой, вот на такое помещение кабель стоит, теплый пол стоит 1008. Это еще плюс термодатчик, терморегулятор. Там около 9000. Ну, вот это нам обошлось 1004. Вот это, когда сам делаешь, не заводской. И мощнее в раза 4, чем то китайское непонятное. Проводки. Ну, ненадежные. Этот прослужит, ну, я не знаю, по виду на лет 10 больше, чем тот китайский. Если так по виду судить. Так что делаем. Для себя делаем. Все капитально, основательно, все мощно. Уже все я проверил. Вот, подсоединил его. Все работает. Прям босиком походили. Аж уходить неохота, греет от души. Сейчас зальем бетоном, сделаем стяжку, и все, теплый пол готовый. Потом постелю я сюда кафель. Ну и у нас будет комфортная теплая ванна. Ладно, сейчас начнем заливать. Собирается дождик. Что-то пасмурно как-то. Сыночек уже таскает щебенку, песок. Кончается, надо песок вести. Ну ладно, все, заливаем. Потом покажу, что получилось. Вот так заливаем. Все. Дом мы строим с сыночком в первый раз. Пол теплый делаем в первый раз. Скважину забиваем. Все делаем впервые. Мы не специалисты, но когда надо, мы делаем. Поэтому сейчас вот сантиметров, ну, около, даже меньше 5.
будет очень-очень теплый пол у нас. Вот так. Раствор. Сейчас я скажу, кому интересно, вот этот раствор очень хороший получается, плотный. Ведро цемента, два ведра песка и четыре ведра щебенки. Получается вот такой раствор хороший. Цемент марка М400. Что такое цемент? Ну все, пока, выключай. Все, пол залили. Пол теплый у нас готов, сейчас застынет. Все, ну, по мере продвижения нашей стройки буду показывать, что у нас происходит. Поэтому с каждым взмахом лопаты мы приближаем окончание нашей стройки, нашего прекрасного дома. Поэтому, ладно, всем пока. Скоро увидимся. Спасибо за просмотр.